Salam uşaqlar, Rus dili 7-ci sinif üçündür və bizim ikinci dərsimizdə nauka i jizn, elm və həyat. Какие науки изучают природу? Məsələn, təbiəti hansı elmlər öyrənir? Какие науки изучают отношения в обществе? Cəmiyyətdəki münasibətləri hansı elmlər öyrənir? Какие науки направлены на развитие техники? Deməli, hansı elmlər texnologiya inkişafına yönəldilib? Как по-вашему, о чем говорит этот рисунок? Yəni, sizcə bu şəkil nə deyir? Belə, uşaqlar, və yeni sözlərimiz var. Gəlin, onları da mən tərcümə edim sizin üçün. Çünki bu sözlər bizim dərsdə tez-tez qabağımıza çıxır. Savremenni, müasir, vajni, vacib, sistematizasiya, yəni sistemləşdirmə, udobni, rahat, gumanitarni, humanitar, естественный. Естественный табиат, мәсәлән, естественные науки дейләр, да, мәсәлән, табиат илмләре дия. Технический, техники, мәсәлән, илмләр олур. Происходить, баш верир, нәйсә, бу шәкилдә. Деятельность, фәалият, акрылять. Бу да рухландырмак демек, шахлар. Вә кәлен кечәй, нөвбәте бизим, бурда джумлә, демәли, ага, бурда джумләләр верли, вә кәлен инде, onları oxuyaq və mən tərcümə edim ki, siz də başa düşəsiniz söhbət nədən gedir. Наука – область человеческой деятельности, которая направлена на выработку и систематизацию знаний об окружающем мире. Elm ətraf aləm deməli, haqqında bilikləri inkişaf etdirməyə və sistemləşdirməyə yönəlmiş deməli, insan fəaliyyəti sahəsidir. Технические науки изучают важные для создания и развития техники явления. Техники эльмлер, технология ярадылмасы ве инкишафы үчүн вачип олан хадисалари өйрәнер. Гуманитарные науки изучают жизнь и деятельность человека. Гуманитар эльмлер инсан хаятны өйрәнер. В современном мире особое значение приобретают такие науки, как география, геология, энергетика и почвоведение. Deyir ki, deməli, müasir dünyada coğrafiya, biologiya, energetika və torpaqşünaslıq kimi elmlər xüsusi əhəmiyyət kəşf edir. Они относятся к естественным наукам, onlar belə deyə də təbiət elmlərinə aiddir. Это очень важные науки, bunlar çox vacib elmlərdir. Они изучают изменения, которые происходят на планете Земля. Deməli, yer planetində baş verən dəyişiklikləri öyrənilir. Удобные современные технологии помогают заниматься науками и изучать эти изменения. Рахат муасир технологиялы элмлә мәшгул олмага вә бу дәйшикләре өйрәнмәгә көмәк итер. Открытие, демәли, в науке, открытие в науке окрыляют ученых. Элмдәки кәшфләр алимләре рухландырыр. Бах бу шәкилдә. Инде икенче тапшырыкта ушаклар не инамалик? Задайте вопросы к выделенным предложениям словам, какой из них, так, какие из них означают признак, а какие действия. Ушаклар бурда, дейерки, гара шрифтнан язлан сөздерә без суал вермәлик. Вә дейерки, хансы обозначает признак, яни аламәте билдерән, яни прилагательный, сфәт обозначает признак предмета, яни прилагательный, яни сфәт. Так, прилагательный. А какие действия? Действия харакет билдирен. Яни глагол. Глагол. Келинг бахах. Демели биринджи. Современный мир очень изменился благодаря развитию наук. Бурда дейрки. Муасир дуния элмин кишафы саясында чох дейшип. Современный. Ханса суал верий. Современный. Или сонуғынан да биле билярсыңыз ки, бу прилагатель сфетте. Какой современный де? Сиз суал вере билярсыңыз. Какой современный? Мой папа получил важное письмо. Мәлім атам чух вадик бір мәхтуб алды. Важное. Какое важное? Тоже прилагательное. Сфетті шахлар. Мне купили удобную обувь. Маңа рахата яккабы алдылар. Обувь какую? Удобную. Какую удобную, какую удобную де. Его окрылила мечта стать врачом. Хачим олмах арзусундайды.
окрылила, шахлар, бурда глаголду. Ян фельды, окрылила. Что сделала, да? Что сделала? Что сделала? Я люблю заниматься физикой. Физика и ламяшкулумага теме севера. Что делать? Заниматься. Бурда да фельды. Глагол. Что делать? Заниматься. Результатом деятельности ученых являются новые открытия. Ушахлар, бурда деятельность на демяли белядейте, на сфетте, на фейлде, бурда исимде, ушахлар. Деятельность, яни фаалият демейте, алимлярин фаалиятин натидяси, натидяси ени кешфлярде, да. Ве бурда деятельность, что бурда существительное. Я стараюсь систематизировать свои знания. Мен дейр ки, белэ дейэк дэ, биликлэрими системлэштирмэя чалышырам. Что делать? Систематизировать. Что делать? Что делать? Буда фельды. Так, мы любим изучать естественные науки. Биз тэбиэт элмлэрни өрэмэя севирик. Яни естественные. Какие? Бурда да сфэтты. Какие? Ага, механика относится к техническим, а история к гуманитарным наукам. Механика дейерки, техники илмлера, илмлера, тарих иса гуманитар илмлера айиддир. Техническим, гуманитарным, бурда ики дэне, демели, сфетти, ве бурда суалымыз икисине дэ олар, каким? Каким? Техническим, каким? Гуманитарным. Эти изменения в науке происходят давно. Элинда будайшиклер узун мюддеттер ки давам идир. Что делает? Происходит. Бурда да глаголды. Что делает? Происходит. Бышекилдеды. Так, үчінчі демели тапшырығымыз ұшақлар. Бурда да кетчерик, чунки бурда шифай шекилдеды. Дөрт, бурда да шифай шекилдеды. Кече бешінчі, бурда разгадайте кроссор ұшақлар. Чох бюйх бір мөвзуду, она гюре де ики хисседен ибарят олар икінчі дәрсіміз. Гелин инди бурда биз кроссворду язык тапах. Всю зиму лежит, а весной убежит. Так, кыши вар дер язы юх. Яни нәді гарда, әлбәттеки снег. Главный город России, әлбәттеки Москвады, россиянын. Так, 4, Москва. Москва. Место, где содержат животных, чтобы люди могли за ними наблюдать и больше узнавать от них. Дерки ер, гардаки, иванары, сахлейлер. Альбятаки, зоопаркты. Алты, зоопаркты. Зоопарк. Так, онан сура. Высушенный на солнце виноград. Бу горизонтал гедр, я не буша келда. Альбятаки, изюми гурудандан на улур, кишмиш улур, дюздюми. Восемь. Так, изюм, рустелинде. Изюм. Из чего пчелы готовят мед? Альбетаки дейлки, балы арлар неден едилер. Альбетаки нектар дейлер рустелинде. Десятый. Нектар. Нектар. У кого шесть ног, инде вертикаль. Я не буду шекилде. У кого шесть ног, алты аяк чимдеды дейр. Альбетаки, демели, хашараттар дада. Так, два. Насекомые. Насекомые. Правильно. Дюйстапта. Как называется модель Земли? Ер, демели, модели. Глобус, то, альбеттеки. Так. Глобус. Глобус. Так. Оннан соңра. Главный город страны. Үлкенін, демели. Эсас шәһәр, альбеттеки. Пайтақты, столица. Пятый, так. Столица, правильно. И чье тело покрыто перьями? Так, альбеттеки, птица, гуш. Так, птица. И какую форму имеет наша планета? Планета мыс, альбеттеки, шар формасын, да-да. Бышекилдады шахлар. Там гюре пилишсыңыз ми? Ага, индики чай. Так, демели, мәтіні оқуюм мен, ве тәрджіме едим. Науки делятся следующим образом. Науки делятся следующим образом. Эльмляр ашагадаки кими бөлінір. Естественные – это науки о природе, происходящих в ней процессах, закономерностях.
Təbiət elmləri onda baş verən proseslərin təbiəti, qanuna uyğunluqları haqqındadır. Сюда входят астрономия, биология, физика, химия, анатомия, геология и другие. Бұра астрономия, биология, физика, химия, анатомия, геология вә башқалары дахылдыр. Эти виды наук занимаются в основном сбором информации. Дейір ки, бұл тип әлімлер әсәсі мәлумат топламақлы мәшгіл олур. Технические науки, беренде естественные олды. Енді технические науки. Технические науки применяют полученные знания с целью развития технологии и техники. Дейір ки, техники әлімлер, технология вә техникалары инкишаф еттірмәй үчін әлді еділмейш біліклері тәдбік едір. Ага. Речь идет об электротехнике, математике, механике, радиотехнике, информатике и других. Я не все опять электротехника, риязиатан, механика, радиотехника, информатика, весайра. Ага, сумра. Так. Гуманитарные и общественные науки изучают человека. Инде гуманитарные и общественные науки изучают человека и его взаимоотношения в обществе. Дерки гуманитар ве иштимай илмлер инсаны ве онын джамиеттеки мнасибетлери уренир, мнасибетлерини уренир. Например, философия, история, психология и так далее. Меселен, фельсефеди, тарихты, психологияды ве сайры. Конечно же, один человек не может знать полностью все науки, әлбәттә ки, дейер ки, бир инсан, яғни бүтін әлімләрі там біле білмәз, дүздіме? У каждого есть свои интересы, әркәсінің өз марағылары бар. Но знать основы наук важно для каждого. Лакин әлімін әсасларыны білмәй, әркәс үшін вадиптер, дейер. Вә 7-дә ұшақлар, 7-дә нейін ерік? Burada düzgün şəkildə, yəni planı şəkildə necə yazılır? Mətni onun şəkildə yazmalıyıq. Birinci gedir, hansıdır? Birinci nədən söhbət? Deliniya nauk. Это первое. A. Sonra söhbət getdi естественной науки. Düzdür mü? Это 2. Так. 3. Технические науки. Ondan sonra гуманитардан. Так, söhbət getdi. Və interesi qajdır. Hər bir insanın marağından getdi söhbət. Bu şəkildə olur uşaqlar. Taq etə 1-ə, 2-ə, 3-ə, 4-ə, 5-ə. Və burada şəkillər var. Deyir ki, hansı insanlar hansı elində məşğul olur. Məsələn, botanikadan, fizika, ximiya, geologiya deyə bu şəkildə yaza bilərsiniz uşaqlar. İnşallah ikinci hissədə görüşərik. Çünki böyükdür mövzu uşaqlar. Like atmağı unutmayın və abunə olmağı, paylaşmağı. Sağ olun, görüşürüz uşaqlar.